Как дела, друзья? Меня зовут Мако, мы сейчас с вами посмотрим на игру под названием Lost in Bardo, или Bardo. Она на русском языке, и это меня очень радует, и кроме того, это демо-версия игры, которую сейчас пилят, и когда она будет готова, я вообще без понятия. Но давайте посмотрим, что у нас здесь вообще творится. Так, наша главная героиня... Стивен Кинг, Темная башня. Серьезно? Макс Фрай, Лабиринт Мёнина. Не знаю, а Темную башню я читал и никак не могу... Не хватает мне времени, к сожалению, третий том закончить. Фрэнк Герберт, Дюна. Классная книжка, согласен. Тибетская книга мертвых. Книга мертвых. Наверное, что-то про зомби. Я про зомби не люблю. А здесь ничего, да? Давай поглядим, что у нас тут вообще творится. Радиоприемник. А я могу... А, вот как управлять. Хорошо. Давай походим. Правила игры. Правила взаимодействия. Изучить предмет, если возможно. Вы можете пропускать диалоги, нажав любую кнопку мыши. Все выделенные рамкой предметы интерактивны. Спасибо. Лама Санам Дордже. Ваджрный туз. Виктор Пелевин. Желтая стрела. Классно. Роджер Железный. Хроники Амбера. Прикольно. Так, давай сюда подойдем. Тут что-то у нас появлялось. И, видимо, нам войти в игру. Бардо, тибетское слово, которое означает просто переход или промежуток между завершением одной ситуации и началом другой. Глава первая. Вновь потерянная. Чуи, мы дома. Не знаю, почему я это вспомнила. Наверное, потому что голодная. А, чуи, мы дома. Кухня. Хорошо. Отсылки, это уже хорошо. Большая тарелка. Эта тарелка кажется новее остальных. Понятно. Пустая бутылка нас не интересует. Простая тарелка тоже не интересует. Сковородка, красный перец, адски острый. Можем мы пройти сюда? Не знаю, можем или нет, но для начала мы пройдем вот здесь. Интересно, где все? Эй, ну чего так долго? Где суп для де Маркиза? Ты кто такая? И где наш шеф-повар? А, какая разница, мне нужен суп. Пожалуйста, поторопитесь. Хорошо, хорошо, суп для Маркиза, я поняла. Забыла узнать, какой суп-то нужен. Эх, вот как всегда, не успеешь и глазом моргнуть, а уже кому-то что-то нужно. Большой котел, в котле кипит вода. Это большой котел, подвешенный на крюке. Это понятно, только как нам что, нужно суп приготовить? Чугунная сковородка, старая сковородка. По виду сделана из чугуна. Не думаю, что она до сих пор используется. Ты подойди за нокой. Нам нужно за нокоть, хотя бы узнать, что за суп. Небольшое окошко, стучать помягче. Опять ты? Суп готов? Демаркиз очень голоден. Простите, но не могли бы вы подсказать мне хотя бы рецепт супа? Просто я не совсем повар. Что? Тебя что, повар вообще ничего не учит? Даже я не знаю, как приготовить суп с яйцом. Кажется, там... погоди, вспомню. Кипяток, яйцо, морковка и лук. Самое главное, никаких специй. Кипяток есть, яйцо, морковка, лук. Ага. Вот, возьми рецепт. Классно. Не забудь никаких специй. У де Маркиза самая сильная аллергия в регионе. Рецепт супа с яйцом. Яйцо, луковина, морковь. Все варить какое-то время. Не использовать острые приправы. Луковица, морковь.
Яйцо, подожди, а он за морковку вообще ничего не... А, не, говорил. Яйцо, луковица и морковь. Давай поищем, где нам взять... А, погоди, тут у нас курица. Курито, белая курочка. Ты дашь мне яйцо? Милая маленькая курочка. И чё? Зачем мне это делать? Что делать? Возьми нож, завали ее и достань яйцо. Какой я кровожадный, да? Буфет. Буфет. Подойдем к буфету. Тарелка. Зачем? Ага, спасибо. Зачем тарелка? Да, глупый вопрос. Но тем не менее. Луковица. Луковица. Тут что-то висит, но это не лук, походу, да? Красный перец острый, это приправа. Он нам не нужен абсолютно. Мы пойдем куда-то чего-то искать. Не знаю. А, кладовка, смотри. И никого вокруг. Тут вообще кровища какая-то, да? Записька. Эксперименты со снотворным для Вилларда привели к побочным эффектам. Теперь его желудок не приносит свеклу. Не переносит свеклу или... А, не переносит. Я думал, не приносит свеклу. Ничего себе. Чувак, который свеклой это делает. Слива. Слива при варке дала тот самый оттенок, что используется в древнем поварском манускрипте. Еще записка. Если использовать острые специи вместе с рыбой, то маркизовая аллергия не проявляется. Видимо, рыба обладает магическими свойствами и требует изучения. Количество собранных яиц курито. За март 90 штук, за апрель 113, май 120, июнь 40. Наелось зерна, в которое просыпали молотый перец. За июль. Понятно. Кажется, одной чайной ложки эликсира крепкого сна Ave Execution. Недостаточно. Стакана тоже. Выпил половину бутылки, не действует. Надо проверить на Вилларде. Виллард, короче, был этим козлом отпущения. Лук. Хватай лук. Спасибо. И морковь. Спасибо. И чё там, было еще? Лук, морковь и кипяченая вода? Или еще что-то было? Нарисованный очаг. А, нарисованный очаг. Отсылка к Буратино, типа. А, прикольно. Так, ну вроде все. А фартук можно? Наверное, нет. Нельзя взять. Ой. А, яйцо же надо взять, да? Готова стать матерью? Молодая и готова стать матерью. А как ты станешь матерью? Зачем мне это делать? Нам нужно яйцо добыть. Где яйца, которые она принесла? Я понимаю, что она, наверное, елась перца. Семена пшеницы. Ага. Семена пшеницы, спасибо. Сейчас мы ее накормим, видимо. Ее пронесет. И вместе с яйцом. Тут, кстати, отсылки вообще кругом. Mortem eligere ne rupotest. Что-то типа этого. Я не дружу, как вы понимаете, с... Да. Курочка, на. Цыпа-цыпа. Кушай, моя хорошая. Яйцо гони. Пок. Спасибо. Хорошая курочка. Не дает. Как это не дает? Сейчас возьму нож и все, она у меня даст. Курица сидит на яйце и, судя по всему, никуда уходить не собирается. Давай ее морковкой напугаем. Не дает. Засранка какая. Представляешь? Курица противная. Противная курятина. Давай бутылку возьмем и бутылкой ей наваляем. Можно это сделать? Идея неплохая, но нет, я против насилия.
Вас понял. Окей. Слушай, а если я ей дам еще семян, она может... Я не очень понимаю, что мы... Я бы, конечно, был похитрее. Пером бы ей взад заехал бы или еще что-то. Но тут же больше ничего особо нельзя сделать. Вот в чем беда. Ни туда и ни сюда. Это все нарисованный очаг. Ну-ка посмотрим. Ха, я так и знала. Секретики. Небольшая дверца, закрытая на замок. Какая-то секретная дверца, закрытая на замок. Где нам ключ взять? Не знаю. Тоже без понятия. Дагвард, слуга де Маркиза. Кто вы? Я Дагвард, слуга де Маркиза. Только не жди от меня, что я спрошу, кто ты. Понятно, он нам ничего не скажет. Я вообще не понимаю, что мне делать. Да задай мне это яйцо, гребаная курица. Ты меня задолбала, я бы тебе голову прям сейчас открутил. В коридор. Так, а где же моя спальня? Я ведь точно выходила из этой двери. Ну вот, потерялась. Ну типа да, повар спит и охранник спит. Все спят. Бочка с вином помечена белым крестиком. Тут старая машина подвешена на цепях к потолку. Чего? Хе-хе, машина? О, ключик, железный ключ, ничего особенного. Погоди, дверь с решеткой закрыта. А, у нас есть бутылка. Давай попробуем. Винище набрать. О, серьезно? Старое вино. У вина легкий аромат розы. Чудно. А, пустая бочка, пустая. Давай ключик возьмем. Эй! Чего ты тут удумала тут-то? Ишь! Да я так. Просто посмотреть. Он что, с закрытыми глазами видит? Он на звук. Откликнулся. Слушай, нам тарелка не нужна. А как тебя выкинуть? Лучше не буду этого делать. Да я не хочу тебя, отвали. Тарелка. Ты возвращается. Что? Коридор. Я, видимо, не могу взять этот ключ, потому что у меня забито все всякими предметами. Нет? Итак, друзья, я набрал здесь кучу продуктов. Ну... Они просто плохо лежат, ну, на всякий случай. То, что на халяву и плохо лежит, нужно обязательно забрать. Я набрал лука, моркови, несколько бутылок взял, да, и еще винца мы с вами нашли, да? Давайте посмотрим. Да, красный перец. Знаете, что я подумал? Я подумал, если мы можем из перца... Перец взять, значит, нужно его использовать, правильно? Правильно. А если его из... Подожди, что, мало, что ли? Ох, вот это да. Красненькая. Так, давай. Не понимаю, зачем мне это делать. То есть... А если мы цибульки туда... Или лучка.
Нет, не хочет, смотри. Хе. Лучше всю эту бурду вылить. Ха, подожди. Мы сейчас эту бурду заправим еще морковкой. Вот так. И возьмем, наберем сварила. Давайте постучимся и скажем, что это просто невероятный вкусный суп. Ну что, суп уже готов? Сэр? Сварила? Хм. Оп, что это за запах? Святая и кубка, убери это от меня подальше. Понятно, не проходит. А, ладно. А, так. А чё б как-то... В общем, друзья, клацал, и у меня получилось из перченая пшеница, в общем. Красный перец я соединил с этими семенами пшеницы и получил перченую пшеницу. Так как в этих записках, которые мы с вами читали, они есть подсказка. То есть, давайте попробуем, короче говоря. Сейчас посмотрим, удастся ли нам вообще цыпа-цыпа. Попробуй эти розовые вкусняшки. Удастся ли нам вообще яйцо взять? Пак! Не курица, а дракон какой-то, подожди. Я даже... Я что-то как-то засмотрелся. Понял. Словил себя на мысли, что мне надо было успеть схватить яйцо. Не знаю, опять же, получится это или нет. Так, хорошо. Давай, взлетай. Взлетай, дракона... Дракона-курица. Ага, есть яичко. Отлично. Так, подожди, давай-ка мы еще возьмем яйцо, а то мало ли что я напутаю. Кушай, моя хорошая. Кушай, кушай, давай еще одно. Вот так, отлично. Так, теперь сейчас... Мне понравилось это делать, как вы поняли, друзья. Так, и еще разочек за бодяжем перчененького. Дадим ей. Возьмем еще одно яйцо. А то у нас уже бодяга получилась. Так, все, хорошо, спасибо. Курочка, спасибо. Так, теперь первое идет яйцо, потом луковица, потом морковка. Угу. Яйцо. Давненько я не готовила. Так, яйцо есть, потом луковица. Есть и морковка. Отлично, суп с яйцом, вкуснятина. Подожди, мы еще добавим красный перец. Ну, ради прикола. А, так, чудно. Давай наберем в тарелочку. Вот, теперь можно набрать, смотри. Все-таки, если бы мы даже и не добавили красного перца, получается, то... То что бы было, интересно. Не знаю. Ну ладно, мы все-таки подлянку сделали. Острый суп с яйцом. Давай теперь постучим в двери и передадим супчик. Ну что, суп уже готов? Эх, как же ты меня задолбал с одним и тем же вопросом. Великолепно! Этот суп как-то подозрительно выглядит и пахнет точно без специй. Точно, прости, просто морковка из другой корзины, сезонная. Хм, хорошо. Так, ладно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ух, что это было, землетрясение? Курочка, ты куда? Курочка! Не оставляй меня здесь одну, пожалуйста.
Эй, как тебя там? Что это было за землетрясение? Это не землетрясение, это аллергия. Видимо, морковь в этом году неудачная. Маркиз расстроен и требует фирменного блюда от шефа. Но я еле суп с яйцом сварила. Ладно, давай рецепт. Рецепт знает только шеф-повар. Делайте, что хотите, но чтобы блюдо было. С чего бы это мне вам помогать? Видимо, другого варианта нет. Фирменный суп. О, смотри, свеклу можно набрать. Давай всю заберем. Не хочет всю забирать, да? Много свеклы. Ага, понятно. Такс. Еще одна тарелка у нас есть. И тут, смотри, попадало яблоко. Бронзовый ключик. Ключик, эх, теперь придется страдать, пока... Что-то как-то, в общем, я так что-то не успел. Ну да, он, короче, это было не землетрясение, друзья, как вы понимаете, а он просто чихнул, маркиз. Бронзовый ключик. Давай-ка бронзовым ключиком попробуем открыть эту дверцу. Да, смотри, открывает. Ага. Свиток. И что-то там еще, но не дают мне взять. К сожалению. Так, сейчас еще морковки наберем. Это нам особо, конечно, не надо. Погоди, там что-то было со свеклой. Эксперименты со снотворным для Вилларда привлекли. Теперь его желудок не переносит свеклу. Ага. И помните, он нам не давал ключ взять. Слушай, а свиток весь в каких-то пятнах. Погоди, давай прочтем. Вот. Рецептус максиме. Это, видимо, какое-то то ли вино. Скорее всего, вино, да? Тут же старое вино есть, мы можем его взять. Желтое пятно, это, скорее всего, желтого цвета, это у нас лук. А оранжевое, это морковь. Плюс рыба. Ага. А где нам взять рыбу? Слушай, давай попробуем. Он винище выпил, да, получается? А если я со свеклы? Цвет темный бургундии. Звучит как хорошее... А, подожди. То есть это имитация вина? О, прямо как настоящая бутылка с вином. Смотри-ка. А ну, пойдем обманем. Он же выпьет свеклу, правильно? И с ним что-то, наверное, дрис начнется с ним. И он убежит. И мы сможем взять ключ. Вот. План, конечно, гениальный, но... Курочка сидит на... в машине. Так. Я здесь у вас нашла очень редкое вино. Кажется, на этикетке написано что-то заморское. Фирменное поди, Изысканный аромат с цветочными нотками, неповторимый вкус. А какое послевкусие? Какое? Вкусное. Можно я его себе оставлю? Не-не-не-не, такое вино нельзя просто вот так вот взять. Эх, ну ладно. Так, а ну давай, галдыкой. Глык-глык-глык-глык. О! О! Я думал, он на месте сделает все, что нужно. А, спасибо, где? Так, хорошо, теперь мы ключ можем взять. Ключ мой, ха-ха. Давай сразу же им воспользуемся. И пойдем в кладовку. Хранилище. Бррр, тут холодно. Ну, типа да.
О, рыба. Пахнет как абсолютно хладнокровное создание. Рыбка. Так, значит, у нас есть морковь, у нас есть лук и у нас есть рыба. Так, теперь нужно винище взять, да? Тут очередная решетка. Ага. То есть мы не сбежим, пока лестница. Бочка с элитным вином. Ты, блин, тут маркиз вообще живет как белый человек. Так, хорошо. Винище. А, у нас есть старое вино. Вина легкий аромат розы. Но если есть винище, значит... Пойдем варить, что ли? Только это надо сбросить. Так, хорошо. И еще рецепт. Отлично, теперь можно готовить. Так, вино. Вино. Потом у нас идет лук. Угу. Потом у нас идет морковь. И потом рыба. Отлично. Блюдо вроде готово, но что-то в нем не то. Да нормально все, че ты? Что-то здесь не то, лучше сделать новый. Как это не то? Подожди. Так, давай, винище. Да ты только что готовила. Хорош гнать. Потом у нас идет, по-моему, лук. Да, лук. Угу. Потом морковь. Ага. И перченая рыба. Вот. По-моему, что-то получилось. Ммм, красота. Тра-та-та, красота. Получилась красота. Такс. Особенный суп приготовлен по особому рецепту. Хорошо, давай наконец-то постучим. И отдадим этот уже гребаный суд. Суд. Суп. Фирменное блюдо готово? На, особый. Отлично, просто замечательно. Именно так оно и выглядит. Все-таки наш повар раскололся, а? Нет, я... Ну да ладно, к фирменному блюду нужно хорошее вино. То, что хранится в винном погребе, не подходит. Оно только для... Нужно вино из особых запасов, особого сорта. Вино в хранилище, но оно заперто. Да, как интересно. К сожалению, мне придется пойти на служебный риск и верить тебе хранение ключа от хранилища. Но обещай вернуть, когда принесешь вино. Окей. Разумеется. Вообще не вопрос. Давай, ключ гони. Вот, спасибо. Фух. Я бы такого супчики сам бы сейчас навернул. Всегда вкуснее, когда своими руками приготовишь. Правда ведь? Так. Погнали за винищем. У нас там вроде есть кое-какие еще бутылочки. И вот это вот особое вино мы сейчас и должны будем... Тут ничего нельзя взять, да? Ну да. Кажется, эта лестница очень шаткая и ненадежная. Сейчас как грохнусь, потом по кусочкам себя придется собирать. Ладно, была не была. Упс. Так, ну мы явно не в погребе, слушай. Господи, как же холодно. Что это за место? Мне здесь не нравится.
Пожалуйста, выпустите меня отсюда. Мне страшно. Ага, теперь у нас вообще ничего нету, да? Груда камней. Куда нам теперь топать? Кажется, по этим камням можно забраться наверх. Давай, забирайся. Фух. Так, это хорошо. Выход. Блин, прикольно. Как же мне нравится эта игрушка. Конечно, с супом и совсем... Наконец-то свет. Я как заново родилась. Как же мне повезло, что выход не завалило. Я могла остаться в этих развалинах навсегда. Угу. Нравится игрушка, но, конечно, с супом это как-то... Что-то как-то слишком перебор. Ну, то есть, без всяких подсказок, там, особые рецепты туда-сюда. Можно было бы застрять, реально. Если не проведешь столько времени, как я, путем проб и ошибок. Ржавый котел, синяя луна. Синяя луна, ржавый котел, понятно. Это же... Что-то мне этот котел напоминает. Так, подожди. Так это и есть кухня? Да, именно так все, как и в кухне было. Не понял. Погоди-ка. Ну да, тут завалено. Ладно. Что бы это ни значило, друзья... Но я вынужден... Особое внимание этому уделить. Дверной проем. Рано или поздно все двери открываются. Ну да, это та же дверь, которая к маркизу была. Огонь! Как же приятно вновь почувствовать тепло на ладонях. Что-то реально очень странное происходит. Костер почти догорел. Ну, а тут ничего больше нет. Рюкзак. Синяя луна. Тут проход, никаких проходов нет. Рюкзак. Ой, кто-то оставил здесь свои вещи. Бог ты мой! Да ладно, вы издеваетесь? Кто ты? Ты ведь Сэм? Конечно, кто же еще? Сэм, не могу поверить. Значит, я был прав. Черт, ребята, вы это видите? Мне определенно нравится, что меня так рады видеть. Но я не думаю, что мы знакомы ни с вами, ни с ребятами. Кстати, где они? Прячутся где-то в развалинах? Вы разбойники? Нет, никто не прячется, и мы не разбойники, можешь расслабиться. Меня зовут Флан, и я один из последних людей на Земле. В каком смысле один из последних? Это ваша секта так называется? Ха-ха-ха, ну почти. Слушай, Сэм здесь недалеко наш лагерь, и я могу познакомить тебя со своими. Если мы выйдем прямо сейчас, то к утру будем на месте. Идешь? Да. А. Класс. Что? Что вообще? Время как-то прошло, мужик современно одет... Последний человек на Земле, я могу познакомить со всеми. Интригует. Реально интригует. Крутая игрушка. Крутая, очень жду.
И обязательно будем проходить, друзья, если, конечно, ее доделают, и она достигнет своего финального релиза или финальной версии. Как-то прям, что-то я как-то... Ух! Надеюсь, вам понравилось, спасибо, что смотрели. Увидимся в других видео, пожалуйста, оставайтесь на канале, ставьте лайки, если вам понравилось. И не забывайте комментировать. Будем ожидать эту игрушку обязательно. И пока-пока.